Какой без рыбы? Без рыбы это мать. Твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что за мной убил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил на тебе моего мира. Нормально. Молодец. Должен Гурскому. То, что он тебе сказал, развернуть дискорд. На мне. Руки КД. Нахуй пали, бегом! Дал каплю. Все в звезду. В звезду все, кроме Ханта.
КД. Ну, ну, полипали, бегом! Ой, ёбан. Это пиздец. Сань. Блять, как вы по луже ты ходите, сука? У меня уже пукан горит, отвечаю, блять. Я не могу уже терпеть смотреть на эту хуйню, ребят. Потому что, подожди, сейчас скажу, потому что сказали, как только Валька, вы все стороны разбирались, почему все стояли. Не надо бить было, и Вальку сразу же мгновенно разбежались, а все встали, увидели, что это кинулось, а дамажите спокойно и все, и убиваете. А вы как стакуны стоите в этом лече гроб. Да-да-да. А, я убил, но, бля... Я тебя предупреждал, но перед лечом оставляй ККД на блинк, всегда на сквернение, всегда. Был в откате, все просто, я что-то не прожал. Блять. Там, по-моему, осквернение было на Манчестере. Он просто тупо... На матч было осквернение. У меня изначально просто показало тоже Честер. Я думаю, молчу. А, цель цели. Стопудово Честер был. Ну, хрен знает. Честер выбежал, да. Мах просто стоял. Мы успели с Честером выбежать. Значит, Мах в луже просто стоял, что ли? Да, что? Он просто стоял. Честер вынес ее в сторону. Блин, ну... Ну, а тут же я точно не получал дамаг. Последнее было, что вы мне рассказываете? Eat you, осквернение на мне. ДНМ, осквернение на мне. Причем тут Честер? Вон, читайте белый чат, блядь. На маге было осквернение. Можно я скажу, пожалуйста? Давай. Я не знаю, было ли осквернение изначально на ДММ, но вот у меня нет вот этого, то, что выставляет ДБМ, выставлена цель-цель. Мне по ней, вот я сейчас приспособился и смотрел, в какой-то момент действительно он выбрал в цель Честера. Я не знаю, в какой момент он выбрал Честера. Просто так. Ну вот именно выбор Честера точно был. Да все, вы что, собрались спорить здесь или что? Нет, это и так понятно все. Он же сказал, что он Мах, перед осквернением всегда должно быть свободное ККД на блинк. Запомни это как отче наш. Я магом разливал лужу под рейдом. Один раз в жизни это было, я на всю жизнь запомнил. Всегда. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. А ссылку можно, пожалуйста, на видео? Ты пройдешь через... Потом, потом. Потом дам группе, он будет. Я требую ссылку. После лича будет ссылка. Как убьем лича, я вам ссылку кину.
Забирать буду только с РДД-зоне вурдалак. Забрал урод, на которого скинулся чума. Чума кинулась на мелкого. Забрал он сразу этого мелкого. Гим, давай, Честер? Давай, давай. Уйди отсюда, мультик. Ухожу, да ухожу. Пиздец-то. Каплю отдал тебе. Бля, Роми, ты пиздец, если честно. Сквернением, блядь, она квальки нахуй. Ты со сквернением квальки, блядь, разлил под ней лужу, ебануться можно. Так, я думал, что она уже кинулась, а видишь. Не, Роми, тебя так ебает, что просто жесть, я не знаю, как тебя отхиливать. Ой, слышишь, осквернение у меня кидается по таймеру, у меня правильно показывает. Ты сказал за 4 секунды, что оно сейчас кинется, оно еще... Ну, через 3 секунды должно было быть. Не знаю, что там с ДБМом. У меня тайминги нормально работают. Роме еще, конечно, косипорил. Нужно дождаться, лучше потом рываться. Нас так делать. Я вот, блядь, лишний... Я видел, осквернение на тебе. Рывок к подвалику, блядь. Лужа подвалику, вайпрейда. Согласен? Вот. Да, это не его. Все. Секунду не дождал. Давайте я вас бафну, и я сейчас ухожу, мне в половину надо минут на 40, я ж писал. Все, короче, ладно, да, нету смысла дальше, мне кажется. Если Игалка уходит, какого мы хила найдем нормального еще? Шаму еще можно одного взять. Да, найдете, что вы меня найдете на меча? Да я ж говорю, давай я похилю.
Да, возьмите он клизму, он два рога. А, он на БГ, он вряд ли. Да, но я же как бы не рассчитывала просто. Сейчас лак придет, я вам баф на лапку, на всякий случай вдруг друг друга не. Я считаю, что мы нормально справились, начало шли. Вы еще реально справились. Не, я считаю, что можно справиться. Проблемы с осквернением реально. Вот, вот все, что я вижу, как бы если убрать там. А мой мистаунд, меткости не хватает из-за шмота, то, блядь, основное количество вайпов со осквернения, вот и все. Что тут еще сказать можно, блядь? Шаман умирает в луже, не отбегает. Мах умирает в луже, задевает. Ну, там это было один раз, и лужа не в меня разлила. Ты не заметил лужу, потому что ты в ловушке ледяной стоял, она перекрывает лужу. Так, все, спасибо, до свидания. Давай. Белка, давай. Димон, поставь порт в огре, пожалуйста. Ага. Вот, я дойду на минутку две чай налью. Не знаю, я считаю, что надо одеваться вам еще немножко, приодеться хотя бы. И я тебе говорю просто... Сырыла, при чем тут одевание? У нас мы не доходим до момента, когда мы упираемся в одевание. Ой, мы будем сами десятку собирать, просто одеваться, я тебе говорю, десяточку. Не, честно, тебе очень, вот именно осквернение только рассыпается, грубо говоря, и начинает заражение, и тебя так хуярит просто, капец. Вот было два вайпа, из-за того, что я именно не доставал, а ты побежал до центра поставить лича, он тебе тупо 2000 дал, и ты умер. Просто, ну, нереально тебя пробивают. И я вот был здесь, вот эти тут сапроты реально помогают. Когда все пробиваются, 10 человек сапроты, просто реально хилам не так сильно потеют. Когда заражение идет, если тик идет 20к, типа... Ну, тут весь сервер заточен, на самом деле, реально на саппорте. Тут специально сделан такой... То есть нет мега ДПСа. Вас сильнее пробивает во всем. То есть, ну, просто вот жестче. Нет, тут наоборот. Тут именно ДПС рулит очень сильно, поверь мне. Тут именно на этом сервере ДПС рулит. Подъехала важная инфа. Подъехала важная инфа. На черном рынке Куксин Драбосса 100к. Голды. Ну это пока не уйдет за 200. Туманите, пожалуйста. Надо помочь еще? Да, нам нужен... Нам нужен... Я уже надо, могу помочь, кидайте пакет. Сума не лоху с рыбой. У меня, да. Было вкачано. Да, все окей будет. Тыкайте, чего стоите там? Да. На сферах буду чисто я или еще кто-то? Да, все шипели. Да давай я соло их убью. Там они вылазят.
Сейчас я руки скину. А я уже принес. Рыба есть у меня своя. Своя или с банка? Да мы по-любому его убьем сегодня. Что под... С этой стороны, ладно. Барабан. Да, барабан. 5 секунд, ребят. Рыбу поставил. Чувствую, что сейчас убьем. Да, я уже. Да, хилил, но не убивали. У шамана тотем еще на резку, так что смотри. Вопрос от, может быть, Антапа поменять с Хулипалом? СССС по кому? По тебе будет, повоет по тебе лучше. А, сейчас полсекунды буквально, секунду. Сейчас, давайте, ребят, поменяю этот макс. Надо. А что, рыбу-то поставили. Секунду. На кого я цель зачем раз? Потому что я прослакал, я тут таланты перебивал, рыбу покупал. Вот это. На Войда. Войда кидай. Сейчас я все выставлю в панель, а то у меня все сбилось, ребят. Лот, ты лучше знаешь, как сделать? Ты портал поставь лучше там, где ты откуда стреляешь, а выноси буквально вот так раз, вынес и портал нажал. Да ты не, лучше не, выноси не, и... Ты потом стоишь там, ты потом по 30 секунды там стоишь. В трусы выбегать, правильно? Ну, это понятно, я так ориентирую для себя. Печенька, это шо? Ну, я просто знаю, мы ставили в центр босса на второй фазе. Дим, дай фласку на ДД. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел себя. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Говорится, мертвым не сбрасывают только отрыв.
Он по себе не прохи, тупо заражение и дохнет. Вот и все, что я вам могу сказать. Ладно, Шама, ты себя не захиливаешь. В чем проблема у тебя? Ты стоял 7 секунд, ты не мог себе на фулл ХП поднять. Я специально следил за тобой. У тебя было процентов 80, 70, 40. Потом тебе пиздец. Я понимаю, что нужно было себя на фулл захилить. Давай, давай. Она то появляется, то пропадает. Кто пойдет на халю? Не пойдет. Ну, он пойдет отыгрывать хонор свой по-любому. Ну да, что-то как-то проблемы. Больше 11 босс со второго захода, это неплохо. С учетом того, что здесь средний рейд на Сирусе убивает 5-6 боссов. И, которые, и из этих 6 боссов нет профа. Давайте сейчас так, мы с Зойлом в Кару Гир соберем. Вот там пойдете, приоденетесь. Там же у вас Кару Гир. Слушай, пусть они в Кару идут. Давай отложим на РС-очку. Вот, давай отложим. Если честно, люди подустали. Давай пусть Кару Гир сходит, я тоже погуляю, схожу, отдохну. Может вечером там приду часиков в 9. Тогда я РС соберу, если спать не буду. Нет, вы в Кару не хотите. Мы хотим, Лимон, пошли. Мы не готовы. Я не готов к шмоту. Да, какой там левел? Да нормально. У меня 245, но у меня очень все плохо. У меня меткости, знаете сколько? У меня меткости 4,2. Плюс символ это 8. Это 12,2%. Я не хочу с такой меткостью идти в кару, это число размеряемся. На 20 камней на меткость поставь, да. Я как раз там два слота я видел свободных есть.